Всем привет! Вы на канале Мир Людей. Перед просмотром видео не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на нашем канале. Ивана Охлобыстина можно с уверенностью назвать медийной личностью такого масштаба, которую знают все от мала до велика. Его неуемная творческая натура с легкостью совмещает в себе артистические, журналистские и писательские дары. К тому же Охлобыстин еще и православный священник, но временно не служит по личной просьбе. И самое главное, Иван является счастливым отцом 4 дочерей и 2 сыновей, которых ему родила супруга Оксана. В браке они состоят с 1995 года. Сногсшибательная популярность обрушилась на Охлобыстина после того, как он исполнил роль доктора Быкова в сериале «Интерны». Но и до этого проекта он плодотворно занимался творчеством в самых разнообразных его направлениях. До замужества супруга Ивана носила фамилию Арбузова. Она была актрисой и с будущим мужем познакомилась на московском кинофестивале. Со стороны Охлобыстина это была любовь с первого взгляда. Когда он увидел Оксану, то сразу же принял решение на ней жениться. После свадьбы стали появляться дети, и супруга полностью посвятила себя семье и материнству. Чету Охлобыстиных считают одной из самых крепких семейных пар в артистической среде. Старшая дочка Анфиса, которой сейчас 24 года, внешностью похожа на маму, а целеустремленностью и крепким характером пошла в отца. Она отучилась в МГУ и сейчас занимается орнитологией. Анфиса очень любит путешествовать и ведет личный блог в интернете, где делится с подписчиками рассказами о своих поездках. На страничке девушки в Инстаграме можно увидеть множество ее фотографий, и поклонники не зря считают, что у их любимицы вполне модельная красота. В свободные часы Анфиса любит музицировать и играет на электрической гитаре. 21-летняя Варвара хорошо поет и прекрасно владеет фортепиано и гитарой. Со своей собственной группой девушка частенько выступает в московских ночных клубах. А в жизни Варя выбрала полезную профессию врача. О родителях дочь не очень любит говорить. Иона, которой 18, пожалуй, самая домашняя девочка из всех дочерей. Она окончила православную школу и отличается глубокой религиозностью. Старший сын Василий с детства увлечен спортом. В свои 19 он серьезно занимается стрельбой и боксом. Но и к музыке, и к кинематографу молодой человек неравнодушен. Для семьи Василий главный помощник. Когда отец на работе, мужские бытовые обязанности полностью ложатся на плечи старшего сына. Сава, младший Охлобыстин, характером пошел в папу. Ему уже исполнилось 14 лет. И одно из его главных желаний – стать священником. Возможно, в дальнейшем он передумает, но пока настроен идти именно таким путем. Если вам понравилось наше видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем пока-пока!